В Одинцовском районе действуют десятки организаций, которые помогают детям с особыми потребностями. Речь идет о реабилитационных курсах, медицинских препаратах и социальных программах, которые разработаны с учетом заболевания каждого ребенка. А самое главное – забота и внимание простых людей. В Одинцовском районе, благодаря поддержке администрации, благодаря поддержке сторонников партии, которых возглавляет Надежда Борисовна, наша дорогая, у нас вот происходит мероприятие наиболее активно. То есть Одинцовскому району можно поставить большой-большой плюс. В минувший вторник главная площадь Одинцова стала площадкой очередной благотворительной акции. Сторонники партии «Единая Россия», общественные и культурные деятели со всего района раздавали особенным детям подарки. Родители наши очень, кажется, довольны и рады и отношениям, добротой, и тем, что вот все-таки достаются еще вот такие подарочки. Подарки получили около сотни ребят. Мягкие игрушки, одежда, обувь – все то, что позволит родителям сэкономить деньги на лечение и реабилитацию. Помощь, которая предназначена для наших детей, она у нас очень значимая, так как каждый раз, когда родители покупают обувь, одежду для детей, это очень дорого. И то, что вот нам подарили сейчас обувь для наших детей, родители эти денежки уже сэкономили на лечение. В Московской области активно развиваются социальные программы, связанные с поддержкой детей-инвалидов. Не первый год муниципалитеты способствуют и созданию доступной среды, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли свободно перемещаться по улицам и посещать объекты социальной инфраструктуры. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».